сердечно благодарю вас за букет, который вы преподносите нам сюда. Есть в Священном Писании Нового Завета прекрасные слова. Господь говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал. И Господь тем самым говорит, что у каждого человека есть добрая воля отвечать на призыв Божий. Призыв Божий всегда человека направляет к благу, к добру, к любви. Так произошла наша собственная встреча и наше знакомство. И вот Наталья Миронова из Голландии, и здесь местная команда флористов. То есть вот этот комплексный труд, он вошел в единение для оформления нашего Казанского кафедрального собора к празднику Святой Пасхи цветами, цветочными композициями. Это, несомненно, создает и радость, и красоту, и настроение. Каждое приношение Богу, насколько человек может, является ответом на этот призыв Божий и является определенного рода служением Господу. Потому что у каждого человека есть свой талант. Людей без талантов не бывает. Только одни люди свои таланты закапывают, а другие люди их раскрывают и приумножают. И то, что сегодня происходит в нашем соборе, это есть хорошее, доброе сотрудничество и служение Господу каждого из нас. Ведь мы украшаем не только закрытое архитектурное помещение. Сюда вот мы можем увидеть и сейчас вокруг нас приходит большое количество людей. Прежде всего, людей, верующих в Господа нашего Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Второе. Это те люди, которые посещают наш город Санкт-Петербург и приходят, опять же, в Казанский кафедральный собор, как в прекраснейший, такой, знаете, бриллиант архитектуры нашего города. И от того, как мы заботимся о нем и украшаем, зависит и настроение людей. То есть, несомненно, ведь даже сам Господь говорит о цветах. Ведь мы должны помнить, ведь весь в Евангелии прекрасные слова о том, что Господь людям говорит: ну что вы бесконечно заботитесь о всяком земном, что вам есть, во что одеться. Посмотрите на птиц небесных. Они не заботятся, не сеют, не жнут, а Господь их кормит. Посмотрите на цветы и траву полевую. Как Господь их украсил, Творец, да? Так даже не одевался Соломон во всей славе своей. Поэтому вот это творение Божие, эту красоту мы сегодня приносим воскресшему Господу. И, конечно, в этот святой день мы сердечно благодарим и Наталью Миронову, мы благодарим и фирму «Семь цветов», и с ее руководителем, и сотрудниками. Мы благодарим флористов, мы благодарим сегодня всех тех людей, которые участвовали, и вас, Елену, благодарим как координатора. Все то, кто поучаствовал в этой большой радости. И, конечно, мы увидим это ночью, во время пасхального богослужения, кульминацию нашего совместного труда. И это будет прежде всего молитва, это будет то духовное и радостное настроение, которое мы приносим сегодня Господу и делимся вот этой пасхальной радостью с самыми близкими прежде всего людьми и с другими людьми. И, конечно же, мне хочется всех поздравить с праздником Пасхи Христовой и жизнеутверждающими вечными словами всех приветствовать. Христос воскресе! Воистину воскресе!